на войне, как на войне, а нам труднее нам вдвойне. Едва взошел над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко, что ни день, то снова поиск, снова бой. Игорь, кто это, автор этой песни? Мне так кажется, что это Рания. Рания ты? Да. Тогда расскажи нашим телезрителям, кто ты, какая твоя судьба была в Афгане и какие песни тобой были написаны. Ну, сейчас я полковник запаса Игорь Морозов. В Афганистане я был командиром одной из групп Комитета государственной безопасности, групп специального назначения по линии разведки. В 81 году по приказу, как уже кадровый офицер, отправился в Афганистан. Скажи, началась война. Какие были песни первые записаны в Афганистане? Ну вот первые кассеты, которые ходили так полуподпольно по Афганистану, там были разные песни. И самодеятельные песни, написанные в Афганистане, были песни и той великой большой войны 41-45 года. Видно, какое-то созвучие между войнами, что-то вообще есть. Были песни совершенно мирные, ну, предназначены для того, чтобы дать человеку расслабиться. Забыть о том, что он боевая машина, что вот тут вокруг кровь льется и стрельба. Опять почувствовать себя человеком. Были песни. Их тоже записывали. Кто умел петь, кто играть на гитаре, умел. Записывали такие простые. Ну, вплоть до «Ландыша», до «Кирпичики». Там, и такие песни ходили. Особенно в первые годы. Но они были нужны. Песнями состояния души. Душе надо иногда и отдыхать. Операция на перевале Карамунжон, май июнь 82 года. Лазурит – это камешек полудрагоценный, за которым мы там... Много гор и высоких перевалов, среди них Карамунжон. Лазуритов там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов, вашу мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу, лезем прямо с борта. Под огонь их пулеметов, вот теперь поглядим, кто умеет воевать. Перевал твою Афганова. Нас рассвет застает, запаленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою Афганова. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать: лазурит твою Афганова. Я вот видел все пластинки, которые вышли, там действительно очень интересные и мелодии, и очень трогательные слова. Они отражают, так сказать, то, что переживали люди там. И вот эта песня, она как на войне. Ты не можешь рассказать ее историю в двух словах? Но ведь написана она не про афганскую войну, не в Афганистане, а посвящается моему отцу и фронтовым его товарищам, и написана к 30-летию Дню Победы в 75 году. Афганские песни, как ни странно, знают и те, и другие, вот и старики, и молодежь. Песня не умирает. Очевидно, это надо очень много времени, чтобы рано затянулся, а с ней песни где-то отошли на второй план. А может быть, не отойдут, потому что, вы же знаете, вот песни Отечественной войны, то есть они живут, несмотря ни на что, ну, «Землянка», вот, «Катюша», ну, что угодно. Там. Такие песни. Может быть, и наши песни будут жить когда-нибудь где-то. Что я не добежал до вражеского дзота, за 100 шагов прицел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе, в чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах ли в атаках. Моя звезда, твоя беда, поправка к зодиаку. Прости за лучшие года, возможные с другим. Прости за то, что никогда никто не повторим. А тот студент, соперник мой, очкарик книгачей, прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причин и смысла бытия.
прости, что первенец твой сын похож не на меня. Когда придут мои друзья покаяться за брата, прости их, нежная моя, они не виноваты, что не спасли, не сберегли, поверь, не их вина. Они свершили, что могли, но верх взяла война. В одной шеренге с ними я под пулями душман ходил в атаке за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Я поднимаю тост за друга Сталина, с которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга верного, сурового собрата своего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом не было его. Последние патроны, сигареты ли, мы поровну делили пополам. Одною плащ палаткою согретые, мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, куда бы ни забросила судьба, я помню, как однажды друга лучшего свела со мной афганская тропа. Фотографии любительской, еще после атаки не остыв, стоим два десантника из Витебской, устало улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту память прошлую, свеча горит и тает стеарин. Мы в день последний верили с Алешею, тот день пришел, я праздную один.